Раб грома Господня. Там, очевидно, Гефсиманский сад. Гефсиманский сад. Трещина Голгофы. Это в храме гроба Господня. Трещина Голгофы. Сейчас буду подниматься в самый храм гроба Господня. Сам гроб там дальше. Я там уже был, но я еще скажу, сделаю видео. Это, наверное, на Голгофе. Это, собственно, сама Голгофа. Здесь говорят, жиды Христа распяли. Очередь, как мавзолей Ленина. Это, собственно, Голгофа. Здесь, как они говорят, Христа распяли. Это армянская Голгофа. Когда их выгнали с основной Голгофы, они там основали свою. А там была только что обычная Голгофа. Картина «Поцелуй Иуды». Тут Иуда целует Иисуса. Ну, жиды, понятное дело. Иисус. Господи. Армянская Голгофа. А это тоже обычная Голгофа. Ты руки понюхай, пахнет там. Камень, который, как они говорят, мироточит, выделяет масло. Посмотрим, выделяет или нет. А это, собственно, сам гроб Господень. Туда внутрь фотографировать не разрешают, но вообще пускают. Отмеряют, сколько времени каждый может там находиться. Вот это храм Бога Господня. Храм Бога Господня. Вот это резьба Держава. Это настоящая мечеть Амара. Это Гефсиманский сад. 18 века.